Здравствуйте. Дрель. Тот инструмент, который должен быть в арсенале любого мастера. Лучше всего, если дрель будет ударной, такой как Hitachi DV13VSS. Дрель ударная, а это значит, что вы сможете работать не только с деревом и металлом, но и бетоном, проделывая в нем отверстия до 13 мм диаметра. Сменить режим работы очень легко при помощи специального рычага-переключателя. Производительность работы инструмента обеспечивается мощностью в 550 Вт и регулируемой скоростью вращения до 2900 оборотов в минуту. При выборе режима удара дрель может выдавать частоту ударов до 29 тысяч в минуту. Особое внимание хочу уделить корпусу редуктора. За счет уникальной цилиндрической конструкции он стал на 20% прочнее. Изготовлен из пластика, поэтому дрель является самой легкой в своем классе – всего 2 кг. Для быстрой замены оснастки предусмотрен 13-мм ключевой патрон – надежная классика. Вывернуть саморез можно, используя функцию реверса. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.